выносливый эстрадный динамик, поражающий наповал ультравысокой громкостью. Чё пишут вообще? Они хоть сами-то понимают? Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре, даже на тесте, можно так его назвать, Ravon 165 DL Audio. Говорят, что он самый громкий. Я вот не люблю вот эти высказывания и особенно пиздеж вот этих всех обзорщиков. Сегодня мы проверим, послушаем этот динамик. Я выскажу лично свое мнение. И мы с этого видоса по ходу будем громкость сравнивать. Вон, посмотри, посмотри туда. Посмотри, да посмотри, пацан, посмотри, у нас что есть. Вот, так что давайте начинать. Это канал Мегазвук. Погнали! Что пишут? Что это тоже гибрид. Тоже. Почему тоже? Сегодня мы будем его с Solo Mini сравнивать. У многих же Solo Mini, типа, ну, говно динамик. И мы сегодня будем все это дело сравнивать и скажем, кто овно, а кто не овно. Вот. Что пишут? Не один, а ультравысокий громкость. Ультравысокий громкость. Ультравысокий уровень громкости. Отличный панч. Даже от штатной магнитолы. У нас, конечно, там не штатная магнитола, а Quattro Plus, но все-таки. Вот кто это пишет, это вообще капец. Корейская звуковая катушка и замедненного алюминия. Ну, ладно, все понятно. Короче, 110 ватт. Вот надо же им было написать 110 ватт. Соточку напишите, а лучше вообще 70. Было бы прям четенько. Там 97 чуйка, 4 ома сопротивления. Вот, ну, мне удобненько. Удобненько, когда вот такие терминалы зажимные, прям по кайфу подключил, все красиво. В термоусадочке, вот еще покажи, по 2 диашки, ну прям, ну реально неплохо. Резиночка на магнитике, которая делает магниты еще больше. В принципе, больше рассказывать... Мы так давно не снимали, и я капец, ребят, заговариваюсь. Рассказывать, а больше реально тут нечего. Однодюймовая катушка, двухволновой подвес... Обычная ураловская корзина. Да, в принципе, и все. Вон стенд. Динамики у нас здесь уже вкручены. Solo Mini здесь чисто для теста, ну, для небольшого сравнения с датчиком. Чисто быстренько показываем все как есть. Пах-пах. А то скажут, у вас тут не Solo Mini. Solo Mini. И вот этот Ravon, только что вкрученный из коробки. Все. Пушка-гонка. Что по конфигу вот этого всего стенда, как многие помнят, кто нас смотрит, здесь Quattro Plus и по канально подключены динамики. Соответственно, Quattro Plus у нас что у вас? Соточка на 4 Ома. Соточка в 4 Ома. Прям отлично. Вот так как и надо. Больше в эти динамики заливать не нужно. И посмотрим, кто громче, кто приятнее играет и все такое. Давайте слушать. Палец видно? Смотри, вот так, оп-оп-оп. Видно? Снизу от 125 вторым порядком. Сверху до 8 третьим порядком. Все видно было? Кайф. Вот такие настроечки. Ну и все. Шарашим. Ничего-то не играет. Сейчас вообще, мне кажется, я басурусь, если что-нибудь включится. Резко. А мы там-то нажали? Все четко. Звук есть. Get my
Мы сильно много не будем прям весь трек слушать. Пока не буду вам говорить свое мнение. Скажу его попозже, когда более подробно и все треки послушаем. Сейчас будет больше панча, сейчас будет такой прям 2019 года трек «Замер фронтов». Давайте. Вообще сложно на самом деле трек. Хорош. Горячий, конечно, как кипяток. И, походу, в трусы уже размялся. Миник, конечно, не так. Миник держится. Тут вообще, смотрите, прям, ой. Труси-лямба. Нагрелся он конкретно. Ну ладно, пока еще жив, пока играет, давайте добивать. Ну, следующий трек. Вокал. На тех же настройках, но громкость, наверное, поменьше будет. Say I'll be here, but there's no way you'd understand. Здесь отчетливо слышно, середина на минике громче. Гель, конечно, тут проигрывает. Ты что, хочешь со мной не согласиться? Что он показывает? Напишите в комментариях, я его не понимаю, он молчит. Ну, не знаю, что у меня там еще по трекам. Давайте еще трек и подведем небольшой итог.
мне, в принципе, достаточно. Походу, плохо. И очень плохо. А что я вам хочу сказать? Цена 3450, миники 3750. Разница небольшая, по сути, 300 рублей. Но, если сравнивать, мини громче. Для меня мини играет приятно. То есть он в плане каких-то музыкальных качеств играет, ну, ровно так же. Но здесь как-то панч, что ли, поглубже. Он так бьет. Вот на последнем треке мне прям понравилось. Миник прям так туф-туф стучит хорошечно. DL-ка уже все на пределе. То есть миник я, наверное, еще бы мог чуть подзалить. DL уже все. Прям видно, что не справляется. И почему-то очень сильно переразмят. Видимо, шайбы такие мягкие, что ли. Ну, может быть, 125 вторым это для него очень низко, но должен терпеть, должен терпеть. Но он реально в трусы, прям в трусы. В плане какого-то там прям сверхкачества, ну, тут не особо, наверное, стоит разговаривать. Так что решайте сами. То есть разница копеечная, по сути, 300 рублей, но если сравнивать ее с Solo Mini, DL будет чуть-чуть тише. Чуть-чуть менее живучий, чуть-чуть DL. Вот и все. Вот такой мой вывод. То есть Pride здесь все-таки громче, все-таки круче. А что покажет датчик, мы сейчас узнаем. Что мы имеем? SPL Lab, ноутбук, noise meter. По циферкам у нас здесь все откалибровано. Там у нас 161,8. Воу-воу, фокус. Фокус. Не хочет. Можешь нажать? Все. Все, поймал? Угу. Здесь проверяем. Опорная величина 161,8. Ну, то есть, все четко. Угу. Замеряться будем по формату AMT. SPL Show Front 30 секунд. По магнитоле. Смотрим. По громкости стартовать будем. 49 по настройкам. Так, до 8. И получается у нас от 125 вторым порядком. Сложно. Динамикам очень сложно. Ну, что поделать. Ну, кому сейчас легко? Все, второй трек. Соло мини. Стартуем тут. Я бегу. С паузы снимаю. Длина. А, длина же, да. Самое же интересное. Так, у нас плюс-минус километр. Здесь у нас ровно метр от датчика и до колпака. Так и будем замерять. Так, запись есть. В принципе, более-менее ровно. Ну чё, погнали? Раз, два, три, оп! Так, соло мини у нас отпахал. Мотаем трек обратно. Переключаем на DL. Ну, здесь мы сейчас еще проверим. Главное сейчас датчик переставить. Ровненько. TX. Вот так вот. О, соточка. Четко. Четко сотка. Так. Ой. Еще раз.
Ладно, еще раз. Кто скажет, что сбил. И вправду сбил. Ну вот, сотка. Чуть-чуть пододвигаем. Оп. Вот так вот. Все, 100. Так. Здесь у нас второй трек. Громкость 49. Все? Стартуем. Так, 91.30, надо записать. Мини, 91.30, все. Ну и давайте, раз, два, три, погнали, оба. Равон, тебе тоже тяжело. Терпи. Смотрим, что у нас получилось. 91.11. Так, миник. 91.11. Так, результат у нас есть. Мы, наверное, начнем табличку небольшую заводить. Что можно сказать? Мини громче. И что на слух, что на датчик, мини громче. И вот она разница, ребят, в 300 рублей. Хотите, чтобы у вас был динамик громче? Ну, доплатите немножко. Хотите, чтобы он был чуть выносливее? Доплатите немножко. Мы полный потенциал миника не раскрывали у нас. Еще раз повторюсь, квадро плюс 100 ватт в 4 Ом на канал. В принципе, это для этих динамиков оптимально, но миник можно еще прям залить и показать результат побольше. Так что вот такие, наверное, небольшие выводы. Что можно еще сказать? В принципе, динамик-то неплохой. И сама идея его, вообще однодюймовых динамиков-то хорошая. Подвижка легкая, раскрывается очень просто. То есть много мощности не нужно. Терминальчики замечательные, но как он подается, как самый громкий, ну не надо так. Он хороший, но не самый громкий. Так что вот так вот. Думайте своей головой, это самое главное. А с вами был канал Мегазвук. Всем пока.